Всем привет! Вот это вот кокон с Колей. Сейчас я его разрежу, потому что в нем уже скребется оса, которая собирается вылезти. Сколия – это оса. Сколия размножается таким образом, что, находя личинку жука, она откладывает на нее яйцо единственное. И из этого яйца выходит личинка самой сколии. И она поедает эту личинку этого жука. Ест она ее в течение года. И, так сказать, если весной отложила или в начале лета сколия на личинку яйцо, на следующую весну, где-то в мае месяце, из этой личинки, вернее, уже там вместо этой личинки кокон с Колей. Из него выходит вот такая вот оса. Вот смотрите, какие большие у нее жвалы, мандибулы. Ну, можно сказать простым языком, зубы или челюсти. Для человека они безвредны. Многие пчеловоды считают это как пчелиный волк, шершень. На самом деле это совершенно безобидное для пчел животное, насекомое, вернее, питается сама сколия нектаром растений. И никакой угрозы ни для человека, ни для пчел, никого, ни для каких других животных, кроме личинок жуков, не предоставляет никакой опасности. Ну вот и все. Вот такая у нас короткий вот такой ролик. Все, всем спасибо за внимание. Пока.